Обитают горные козлы высоко, начиная от высот в 1000 метров и заканчивая 4500 метров над уровнем моря. Причем часто это суровый край, где вокруг только скалы, да скудная растительность иногда мелькает под ногами. Зато мало какому хищнику придет в голову лезть туда, где дорожки шириной со спичечный коробок. Да и одного желания для этого маловато, ведь еще необходима серьезная физическая подготовка. Несмотря на то, что горные козлы могут достигать веса до 100 килограммов, они настоящие мастера скалолазания. Они обладают телом, которое немного сплюснуто с боков, а значит, им удобнее прижиматься к скалам. Кроме этого, козлы имеют развитые грудные мышцы, которые отлично управляют мускулистыми ногами и легко